Каждый водитель знает, прошло 10 лет, пора менять водительское удостоверение. А некоторым с этим приходится сталкиваться и раньше. Например, если права были потеряны или испорчены. До недавних пор, чтобы получить новые, автолюбители шли исключительно в госавтоинспекцию. Теперь же появился еще один адрес. В настоящий момент появилась возможность обращаться в МФЦ за заменой и выдачу водительского удостоверения. Значит, тем самым в ГИБДД, ну, это немножко разгрузит очереди на замену и даст возможность гражданам, у которых, может быть, территориальное местоположение, их проживание, место проживания, позволит им ближе ходить в МФЦ, чем в ГИБДД. С 1 февраля воспользоваться услугой по замене водительского удостоверения можно в каждом многофункциональном центре страны. Для этого достаточно взять с собой необходимые документы, а это паспорт, старые права и медицинская справка, если замена осуществляется по причине окончания срока действия. Здесь вас бесплатно проконсультируют и сфотографируют. Останется лишь прийти через 4 дня снова, чтобы забрать права. Процесс замены водительского удостоверения, что через органы ГИБДД, что в МФЦ, она примерно одинаковая. Единственное, что люди знают, что для того, чтобы получить какую-либо услугу, они приходят в МФЦ, а не ходят по различным органам власти. Я знаю, что в органах ГИБДД тоже достаточно комфортные условия, и все достаточно быстро делается. Но здесь именно концентрация государственных муниципальных услуг в одном месте. Госпошлина на нововведение никак не отразилась. Все те же 2000 рублей. Более того, если заявление на замену водительского удостоверения заполнить на портале госуслуг и оплатить онлайн, то сумма уменьшится на 30%. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.